Натуральные заготовки – это всегда вкусно. Один очень классный способ, как приготовить домашний мармелад из апельсинов. Я хочу вам предложить вам повторить – ароматно, несложно и аппетитно. Советую. Чтобы проверить готовность мармелада, заранее отправьте в морозилку небольшую тарелку из ложку. Кроме указанных ингредиентов вы можете добавить что-нибудь для более интенсивного аромата. Палочку корицы или стручок ванили, например, но и с этим необходимым минимумом вы получите потрясающий вкус и аромат. Использовать мармелад можно в десертах, выпечке, подавать на тостах к завтраку и так далее. Досмотришин вида и я предложу записать список ингредиентов. 1. Вымойте и обсушите апельсины, нарежьте небольшими ломтиками, удалите белые прожилки с семечками. 2. Нарежьте небольшими кусочками и отправьте на сковороду с высокими бортами или в кастрюлю. 3. Влейте воду и поставьте на огонь. 4. Томите на среднем огне около получаса до мягкости. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Всыпьте сахар. 6. Продолжайте варить, пока сахар полностью не растает и мармелад не начнет густеть. 7. Достаньте заранее отправленную в морозилку тарелку, капните мармелад, если он хорошо держит форму и похож на желе, он почти готов. 8. Теперь можно добавить сок лимона. 9. И проварить домашний мармелад из апельсинов еще пару минут. 10. Готовый мармелад снимите с огня, разложите по стерилизованным баночкам, остудите и уберите в холодильник. Подписывайтесь и ставьте лайки. Продукты и их количество. Далее. Апельсины 500 грамм, сахар 1 килограмм, вода 5 стаканов, сок лимона 3 столовые ложки, количество порций 6-8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем пока!